Свыше 2000 новых случаев COVID ежедневно выявляют в Азербайджане. Уровень смертности от болезни также вырос. Более 20 летальных случаев в сутки. Из-за роста числа инфицированных правительство ужесточает ограничения. Приостановят работу все непродуктовые магазины и рестораны. Ношение масок на улице теперь стало обязательным. Ситуация с коронавирусом в стране серьезная. По сравнению с месяцем ранее, заболеваемость выросла в 4 раза. Поэтому специальный карантинный режим продлили до 28 декабря. Также по решению Кабмина, ношение масок на улице теперь стало обязательным. Нарушение этого правила может повлечь за собой штрафы в размере до $300. Тенденция роста заболеваемости коронавирусом вызывает серьезную обеспокоенность. Также растет число смертей, поэтому оперативный штаб принял решение ужесточить некоторые правила. Главное сейчас, чтобы население регулярно пользовалось медицинскими масками и соблюдало социальную дистанцию. Жители Баку не смогут воспользоваться метро еще минимум месяц. Оно закрыто для пассажиров с начала октября. Частичное ограничение движения транспорта нацелено на уменьшение заражений, отмечают медики и просят поддержки населения. Если рост продолжится, то это может привести к перегруженности больниц и к снижению качества медицинских услуг. Больным коронавирусом помочь можно, это в наших силах, но опять-таки главное не допустить массовости заболевания. Поэтому медработники сейчас очень нуждаются в помощи общества. В настоящее время 2 города и 8 районов республики находятся в карантине. Въезды и выезды охраняются полицией. Оперативный штаб считает, что принимаемые меры должны помочь в стабилизации ситуации и уменьшить нагрузку на медицинские службы. Шафа Галеева, Агюм Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку.